Всем привет, меня зовут Ян Симаков, я представляю автосалон RDM Import, и мы продолжаем давать вам небольшие советы по эксплуатации автомобилей. И вот сегодня мы расскажем о том, что обозначают цифры на маркировке автомобильных покрышек. Вот есть у нас покрышка такая, да, и есть определенные цифры здесь, обозначения. Вообще существует несколько различных маркировок, по-моему, штуки 3, наверное, есть, да, но сегодня мы рассмотрим тот вариант, который применяется для легковых автопокрышек. Вот здесь, да, например, 225-65R17, да. Дальше есть еще цифры, но это уже нас мало интересует. Начнем тогда вот с этих, да, то есть это обозначение индекса скорости и индекса нагрузки. Об этом вообще как бы мало кто задумывается, когда покупает себе покрышки, да, потому что редко вы берете автомобиль, который там какой-то гоночный, да, там вот это вот важно. А здесь, в принципе, это не особо важно. То есть нам важны вот эти вот цифры. 225 на 65 на R17. Буква R что здесь обозначает? Она говорит о том, что колесо радиальное. Это первое. Второе, значит, что обозначает первая цифра? 225. Это ширина покрышки в миллиметрах. Именно в миллиметрах, то есть ширина данной покрышки 225 миллиметров. Вторая цифра 65, это уже у нас не миллиметры, это процентное соотношение, да, то есть 65% от вот этой вот величины. 65% где? Вот они, от верхней точки покрышки, да, до обода, так скажем. 65% от 225, если вам интересно, можете посчитать. И последняя цифра 17, это уже дюймы у нас идут, то есть 17 дюймов, это как раз таки вот это вот расстояние, то есть внутренний диаметр покрышки, можно сказать диаметр того диска, на который будет эта покрышка одета. То есть первое, ширина покрышки 225 мм, 65% от 225 это высота профиля, и последнее это диаметр диска, на который будет одето колесо, в дюймах уже. Вот. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы правильно подобрали размер покрышек для своего автомобиля. То есть вам эти цифры нужны, то есть теперь вы знаете, что они обозначают. В следующем видеоролике мы расскажем, как правильно подбирать покрышки для вашего автомобиля. Ну, на этом все. Подписывайтесь на наш видеоканал, он называется «Первый видео авторынок». Заходите на наш официальный сайт, он называется vam1.ru. И всем пока!